Всем привет! Мы продолжаем обзор проекта POSIS, POSIS Platform. Сразу обращаю внимание, что идет приватсейл, можно прикупить токенов с 50% бонусом. Почему стоит это сделать или не сделать, решать, конечно, вам. Давайте продолжим разговор. Ожидается, что в течение следующих 3-4 лет объем онлайновой электронной торговли достигнет 4,8 триллиона долларов США и будет продолжать расти, пока рынок приложений на основе технологий и блокчейн слабо развит, и доля онлайн рынков, основанных на криптовалюте, ниже 1%. Вот эти цифры обозначены на сайте проекта POSIS. POSIS — это революционная децентрализованная модель социальной торговой платформы. Она была создана, точнее, в ней была создана своя монета PZS Tokens, то есть криптовалюта, да, которая будет обеспечивать социальное участие, транзакции, электронной торговли на платформе POSIS. На платформе POSIS пользователи будут получать вознаграждение в виде криптовалюты за такие действия, как отправка сообщений, фотообмен информацией, комментирование, ссылки, добавление новых предприятий, а также фото продукции с их сайтов. И более 3 миллиардов человек будут сейчас использовать социальные сети. По прогнозам, почти 5 триллионов долларов будет потрачено на розничную электронную торговлю по всему миру в 2021 году. Итак, детали токенсейла. Статус приватсейл. Всего токенов на продажу выставлено 1 миллиард 174 тысячи. Приобрести можно как за биткоин, эфириум, так же и за фиатную валюту при помощи Visa или PayPal. Стандарт токена ERC-20. Эфириум, соответственно, софткап проекта 2,5 миллиона долларов, хардкап проекта 40 миллионов долларов. Изучайте на проект довольно интересный, цифры интересные.